сильно тревожили горожан? Очень. Очень сильно. То есть она заручилась их поддержкой, пришла, а когда направили претензию, получилось совсем по-другому, и ее это очень шокировало. Люди изменились резко. Может, чего-то испугались. Могу сказать, что она плакала, она жаловалась на нее, потому что та ей угрожала, что она ее уволит, уволит по статье, что она никуда не сможет больше устроиться на работу, и это очень больно для нее было. Плюс коллектив весь против нее обернулся, и каждый ее там клевал. Определенные проблемы на работе, постоянные конфликты. Там были изменения в графике, которые были для нее очень тяжелы. Она заставляла ее приезжать раньше на работу, где-то там к 7 или к 6. И она обратилась к нам повторно по трудовым спорам. Она звонила с работы, что она там где-то по углам прячется. Психологически на нее там давят. Она плакала. Она боялась, может, вам лучше уволиться, чем вот терпеть это все. Ей остается там был полгода для того, чтобы, ну, маленький срок для того, чтобы выйти на пенсию. Работа ей нравится, она ее любит. Но вся проблема вот в конкретном человеке была. В основном речь шла у нас о старшей медсестре. Она сказала, что она привлечет меня к уголовной ответственности. Там эмоции просто зашкаливали. Для нее это было очень тяжело. Каждого по очереди вызывают. Он написал эту претензию или нет? Кто-то из коллектива сказал, что эту претензию написала она. И там началось уже, да, давление очень сильное. То она типа как предательница, что ли. И коллектив изначально был за нее, а потом коллектив стал против нее. И для нее это было очень больно.